Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать на наш канал «Находки Манили». И сегодня хочу сделать обзорчик юбилейных монет Украины. Первая монетка – евро 2012. Это монетка 2012 года выпуска. Она была выпущена к чемпионату Европы по футболу 2012 года, который проходил в Украине. Вот такая монетка замечательная. Она встречается в обороте частенько. Цена такой монетки на данный момент составляет 5-7 гривен. Вот такая монетка, замечательная, красивая. Так, следующая монета. Монетка «60 лет победы над фашистскими захватчиками». Вот такая красивая монета 2004 года. Ее цена составляет около 10 гривен на аукционах. Так, дальше у нас монетка 60 лет победы в Великой Отечественной войне. Это тоже юбилейная монета, 1 гривна. 2005 года выпуска. Ее цена также составляет около 10 гривен. Красивая монетка. Идем дальше. Следующая монета у нас 65 лет победы в Великой Отечественной войне. Это монета 2010 года выпуска. Ее цена составляет 6-8 гривен. Отличная, красивая монета. Тоже встречается в обиходе. И последняя монета в нашем обзоре. Это монетка 70 лет победы. Так называемые маки. Очень красивая монета. 2015 года выпуска. И цена на сегодняшний день ее составляет тоже около 5 гривен, 5-6 гривен. Вот такой небольшой обзорчик на юбилейные монеты Украины. Всем спасибо за внимание, спасибо за просмотры нашего канала. Оставайтесь с нами и подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. Все, всем пока.